Итак, книга пророка Амоса, глава 5, 24 стих. «Пусть, как вода, течет суд, и правда, как сильный поток». Течение суда, как сильного потока правды, это не что иное, как реки воды живой, вытекающие из чрева тех святых, которые пьют Святой Дух, как воду жизни. В силу чего проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Реки воды живой» данное пророческое повеление в отношении вершения судопроизводства правды адресуется детям Божиим, в силу чего я хочу провести краткое определение сути правосудия, к которому мы с вами пришли. Во-первых, правосудие – это способность давать Такое определение людям, поступкам, вещам и событиям, которые дает им Бог. Во-вторых, правосудие – это такое отношение ко всем вещам, людям, событиям, которые соответствуют отношению Бога. В-третьих, правосудие ⁇ это отведение и указание всем и всему своего времени и своего места, отведенного и указанного Богом. В-четвертых, правосудие ⁇ это защита интересов Божиих в отношении ко всему и со всеми, с кем мы соприкасаемся. В-пятых, правосудие – это вынесение справедливого суда в отношении награды за послушание законодательству Бога. В-шестых, правосудие – это вынесение справедливого суда за непослушание закону Бога в границах своей ответственности. В-седьмых, правосудие – это способность судить самого себя в соответствии законодательства Бога. И одним из условий, чтобы сильный поток правосудия мог течь из нашего сердца, как реки воды живой, это независящее от возможностей нашего интеллекта почти что сакральная и трансцендентная способность судить об уме Господнем. Это невозможно разумными возможностями. 1 Коринфянам 2,16. «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». Невозможно вершить правду Божию, выраженную в правосудии, не обладая навыком и способностью судить об уме Господнем посредством проникновения в сокровенные недра Отца. А посему, исходя из смысла данной концепции, заключенной в праве и способности судить об уме своего небесного Отца, мы пришли к выводу, что для этой цели, во-первых, необходимо иметь ум Христов, чтобы затем уже силой и ума Христова познавать или проникать в недра своего небесного Отца. Во-вторых, чтобы иметь ум Христов, его необходимо принять на условиях, предписанных Богом в Писании. В-третьих, чтобы принять и воспользоваться возможностями ума Христова, его необходимо отличать от своего ума. В-четвертых, необходимо знать, каким образом и на каких условиях посредством ума Христова мы призваны проникать в ум своего небесного Отца исходя же из того, что ум Христов не может находиться вне Христа, которого в духе человека представляют две владычественные инстанции Бога – Слово Божие и Святой Дух, то, с одной стороны, необходимо получить право и способность пребывать во Христе, а с другой – усвоить, каким образом и на каких условиях дать возможность Христу пребывать в нас. Сегодня мы продолжим изучение одного из результатов нашего пребывания во Христе, по которому следует определять о нашей способности судить об уме своего Небесного Отца. Это способность посредством дарованного нам помазания быть утвержденным во всех обетованиях Бога. 2 Коринфянам 1, 20, 21. «Ибо все обетования Божии в Нем, то есть во Христе Иисусе, да, и в Нем аминь» в славу Божию через нас, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». Итак, утверждение в обетованиях посредством дарованной нам власти в помазании служит залогом и гарантией сохранения и раскрытия спасения, полученного нами во Христе Иисусе. Учитывая же, что вокруг определения помазания и его проявления существует много неясности, споров и противоречий. Прежде чем мы начнем рассматривать условия, необходимые для получения и сохранения помазания, я вкратце все-таки напомню, чем является помазание и какую роль оно призвано исполнять в отношениях человека с Богом. Согласно имеющегося заявления, на котором Святой Дух через апостола Павла делает ударение, мы пришли к выводу, что, во-первых, все обетования, предназначенные и сосредоточенные Богом для нас во Христе Иисусе, Могут быть нами принятые с войны не иначе, как только через помазанных для этой цели святых. Сами мы никогда ими не овладеем. Таков Божий вердикт, ибо все обетования Божии в нем, да и в нем аминь, в славу Божию через нас то есть апостол Павел имеет в виду пятигранное служение или святых, которых Бог поставил в церкви во главе церкви, которые будут представлять для всей церкви его помазание или же его власть. Во-вторых, помазание, дающее власть на утверждение всех обетований Божьих, является проявлением славы Божией. Ибо все обетования Божии в нем, да, и в нем, аминь, в славу Божию. В-третьих, Бог помазал всех святых, без различия возраста и пола и независимо от их социального и должностного статуса. Утверждающий же нас с вами и помазавший нас на получение обетований, разумеется, есть Бог. То есть всех без исключения помазал Бог. Но между помазанием апостолов и между помазанием одного члена и другого члена церкви существует различие. В-пятых, утверждение и созидание в обетованиях для святых, независимо от их ранга и положения, невозможно без соработы их помазания с помазанием апостолов, так как каждый имеет свое помазание. В-шестых, помазание апостолов заключается в том, чтобы учить или же благовествовать Евангелие Христова, а помазание всех Остальных членов церкви заключается в ученичестве, выраженном в послушании, пребывании, в учении апостолов. Исходя из этого смысла следует, что помазание ⁇ это делегированная власть Бога в человеках, через которых Бог проявляет свою власть и свое управление над миром, и дается такое помазание как верующим, так и неверующим. Римлянам 13.1.2 показывается, что помазание, как власть Божия, дается также и неверующим для того, чтобы управлять миром, управлять человечеством. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие, существующие же власти от Бога установлены». Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Однако помазание, которое дается верующим, коренным образом отличается от помазания, которое дается неверующим. Так, например, как мы уже отмечали, Ветхозаветним пророкам вменялось в обязанность помазывать не только царей Израиля, но также и царей сопредельных государств, находящихся во вражде с Израилем. Вот одно из доказательств. Встретят царь 19, 15, 16. «И сказал Господь Илии, пойди обратно дорогу и через пустыню в Дамаск». И когда придешь, то помашь Азаилов царя над Сирией, а Иуя, сына на Мессии, на помашь царя над Израилем. Елисей же, сына Сафатова, и завел Михолы, помашь пророка вместо себя. Таким образом, любая власть является помазанием, но она резко отличается от помазания, которое дается церкви или святым, то есть детям Божьим. Поэтому под помазанием в Писании имеется в виду помазание Елеем, что указывает, что через помазание данное человеком мы имеем дело с неким делегированным посредничеством Бога, посредством которого Бог участвует и внедряется и управляет всеми сферами бытия. Форма такого посреднического правления, как мы отметили, над всеми сферами бытия через помазание является временной и в вечности в пределах нового неба и новой земли она будет упразднена, ее не будет. В доказательство верности такого временности, такого посредничества я приведу подтверждение из Писания 1 Коринфянам 15, 24, 28. А затем конец, когда Сын предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему. Да будет Бог все во всем. Из этого следует, что делегированная власть Бога в предмете помазания или в действии помазания, в проявлении помазания, она временная. И в вечности, в пределах нового неба и новой земли, нам не будет необходимости иметь лидеров посредников между Богом и собою. Бог напрямую будет общаться с каждым в отдельности, и его управление руководство для каждого будет идти напрямую. Род, степень силы и назначение помазания в человеке всегда будут варьироваться и зависеть от различных факторов. Во-первых, от времени и места, в пределах которого человек призван совершать свое предназначение. Во-вторых, от меры, в которой человек будет познавать Бога. В-третьих, от рода и меры разумения самого себя и своей роли. В-четвертых, от меры разумения и высвобождения своего потенциала, насколько мы понимаем свой потенциал и разумеем о нем. И в-пятых, от меры, в которой человек будет сработать с Богом в выполнении своего призвания. В Писании смысл, заложенный в слово помазание, на иврите означает наследие Бога, передаваемое человеку на условиях завещания которая включает в себя такие удивительные оттенки и грани, как доля или судьба от Бога, милость Божия, дар благодати Божией, праведность Бога, мудрость Бога, власть Бога, сила Бога, слава Бога, святость Бога. Из этих оттенков следует, что каждое из этих определений является многогранным, многозначным и многофункциональным – во-первых, помазание, данное Богом для святых, находится во Христе и исходит от Христа. Во-вторых, помазание, данное Богом для святых, это информационная программа, содержащая в себе образ и подобие Бога. В-третьих, помазание Богом, данное для святых, это информационная программа, содержащая в себе инфраструктуру Царства Небесного. В-четвертых, помазание, данное Богом для святых, выражается в личности Святого Духа. В-пятых, помазание, данное Богом для святых, выражается в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. В-шестых, помазание, данное Богом для каждого человека в Поднебесной, это дар Божий. В-седьмых, помазание Божие выражается в благовествовании нищим, в исцелении сокрушенных сердцем, в освобождении пленных, в прозрении слепых и в отпускании измученных на свободу. Там так и говорится у пророка Исаии, он помазал меня благовествовать нищим и так далее. Восьмых, помазание, данное Богом для святых, выражается в радости полного спасения. В девятых, помазание, данное Богом для каждого человека в Поднебесной, выражается во власти его собственного языка, во власти его уз. Однако главной сутью всей многофункциональности и многозначности помазания считается наделение человека властью на получение всех вышеуказанных обетований. В силу того, что глагол «помазать», используемый в Писании в отношениях Бога с человеком, означает посвятить на должность, посвятить Богу в Назарее, передать полномочия власти, помазать, делегировать полномочия власти, наделить властью, облечь властью, доверить власть, наградить властью. Говоря же о роли и назначении разбираемого нами помазания в отношениях Бога с человеком, мы пришли к выводу, что помазание, данное Богом для святых, призвано давать человекам власть быть чадами Божьими. Во-вторых, призвано служить протоколом в отношениях Бога с человеком. В-третьих, призвано делать известной начальством и властям на небесах многоразличную премудрость Божию. В-четвертых, помазание, данное Богом для святых, призвано являть свою власть на земле в прощении грехов. То есть на сегодня грехи прощаются не напрямую. То есть напрямую Бог никому не прощает грехи. Он передал эту власть пятигранному служению. Он сказал апостолам, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том оставятся. Не признавая власть пятигранного служения и просто молясь, говоря, «Господи, я согрешил пред Тобою, и я принимаю мое прощение». Вы глубоко ошибаетесь, потому что вы делаете это не по Писанию. По Писанию Бог делегировал власть теперь прощать грехи. Вначале это делал сын, отец делегировал ему эту власть. Потом он ушел и сказал, как послал меня отец, так и я посылаю вас. Кому простите грехи, Простятся, на ком оставите, на том останутся. Поэтому помазание или посредническая власть Бога для того, чтобы человек мог получить прощение грехов, заключается как раз в этом. В пятых, помазание, данное Богом для святых, призвано являть свою власть на земле в исцелениях и изгнаниях бесов. В-шестых, оно призвано защищать статус власти Божией в человеках через увещание и обличение в седьмых помазание, данное Богом для святых, призвано участвовать в потере и обретении своей собственной души. В восьмых помазание, данное Богом для святых, призвано участвовать во владении царством над всеми народами. И в девятых помазание, данное Богом, как для верующих, так и для неверующих, призвано производить суд. Но теперь, когда мы зафиксировали, что такое помазание и какую роль оно призвано, исполнять в отношениях человека с Богом, нам необходимо рассмотреть следующий вопрос. Какова цена помазания? Или на каких условиях мы можем и призваны принимать помазание Елеем, дающее нам утверждение на обладании нашего наследия во Христе Иисусе или всех обетований Бога? Поставленные Богом условия ⁇ это цена, которую необходимо заплатить за помазание Елеем. Потому что благодаря помазанию наш возрожденный дух, как светильник Господен, может гореть пред Богом. И только благодаря его горению, то есть благодаря елею в светильниках, мы можем иметь отношение с Богом. И таким образом исполнять свое предназначение пред Богом. Каким бы образом ни согрешал человек, но до тех пор, пока светильник в храме горел, Бог продолжал общаться с человеком и иметь отношение к нему. А человек мог через горящий светильник иметь отношение с Богом. Израиль иногда впадал в глубокие согрешения, но Писание подчеркивает, но светильник в храме Божьем горел. Или отступил от Господа, его сыновья вели себя бесчестно. И там повествуется дальше, но светильник Божий продолжал гореть, и поэтому Бог мог что-то видоизменять через этот светильник. И Бог восставляет благодаря этому светильнику Самуила. То есть другой светильник. То есть пока светильник горит, Бог может заменять, поставлять, лечить, упразднять и взращивать как отдельного человека, так и всю церковь. Поэтому отсутствие елея в светильнике, который является жизнью нашего нового человека во Христе, это смерть нашего духа или трагический и необратимый разрыв в отношениях с Богом. Если светильник однажды погаснет, его зажечь уже никогда не будет возможно. Никогда, никогда, никогда. Запомните это. Он гаснет только один раз в жизни и зажигается только один раз в жизни. Умерев однажды для Бога, невозможно больше восстать. Я имею в виду для детей Божьих, которые воскресли, и Бог при воскресении, при рождении свыше, зажег их светильник своим елеем, своим огнем. И если он погаснет, их невозможно обновлять покаянием. Вы скажете, неужели, а как же мы знаем людей, которые уходили от Бога и потом возвращались? Светильник не погасал. Они уходили, они были в грехе, они были в наркотиках, в блуде, а светильник продолжал гореть внутри. Господь их не оставлял, и он, делая грех, все время говорил, «Я должен возвратиться! Я должна возвратиться! Я все равно возвращусь!» То есть, это непостижимая Божья любовь. Повторяю, но тот человек, в котором светильник однажды погаснет, это уже демон во плоти. И самое страшное, когда такие демоны находятся в церкви. Есть люди, у которых в церкви эти светильники гаснут, и они никуда не уходят. И это самое ужасное явление для церкви. Мы должны молиться, чтобы нас Бог избавил от таких людей, потому что много будет очень бед, много будет пролито крови из-за этих людей. Это демоны во плоти. Там, где погас светильник Божий, там обязательно зажигается демонический огонь. Они знают все религиозные установки. Сатана приходит под видом Святого Духа и начинает через них религиозную деятельность на разрушение божественных устоев, божественного порядка и начинается противление поставленной Богом власти для того, чтобы разрушить тело Христова. В силу этого именно Елей является жизнью Бога в светильнике человека, то из этого следует, что только благодаря елею в наших светильниках мы можем быть посвященными Богу или посвящать себя Богу. И, разумеется, только благодаря елею мы можем обладать помазанием, выраженным во власти, чтобы исполнять свое предназначение, которое выражается, во-первых, в правильных отношениях с Богом. Во-вторых, в правильных отношениях с делегированной властью Бога. В-третьих, в правильных отношениях друг с другом в церкви. В четвертых, в правильном отношении к земле, в пятых, в правильных отношениях к миру, к окружающим. В шестых, в правильном отношении к дьяволу. И в седьмых, в правильном отношении ко всем обетованиям Бога. Как мы говорили, нельзя заменять Бога Его обетованиями. Бог первичен обетование вторичны. Мы ищем Бога и, находя Бога, находим Его обетование, потому что в Нем во Христе все обетования в нем, да и в нем амин, через это помазание. Поэтому не обетования, в общем-то, должны становиться целью, а Бог. Этот смысл еще раз подтверждает, что назначение помазания – это не только проявление жизни Божией в нашем духе, но это и официальный протокол, который установил Бог во взаимоотношениях между собой и человеком. Учитывая же, что помазание в человеках – это, с одной стороны, предназначение человека, а с другой – суверенное право выполнять свое предназначение, выраженное в поисках Бога, то первое, на что я хотел бы обратить наше внимание при рассматривании цены для обретения помазания, так это на то, что оно всегда будет зависеть от определенного времени и определенного места, в котором человек может найти Бога и таким образом раскрыть свой потенциал. Если человек не будет понимать места и времени, он никогда не раскроет свой потенциал, никогда не выполнит своего предназначения, и в конечном итоге Его светильник погаснет, потому что только там он может приобрести жизнь для самого себя или сохранить эту жизнь. Светильник постоянно должен был наполняться ежедневно ежедневно утром и вечером в него доливался елей священникам, снимался нагар. Поэтому цена помазания для детей Божьих представлена в откровении определенного времени и определенного места. Таковой была проповедь или благовествование. Вот Деяние 17, 26, 27, проповедь апостола или же благовествование, и оно на все времена для всех одинаково. От одной крови Речь идет о Боге. Он произвел весь род человеческий. Здесь имеется в виду, что кровь это стволовая клетка, в которой была заложена информация всего человечества. Вот от этой крови водами от одной этой стволовой клетки, в которую Бог вложил информацию миллиардов, миллиардов, миллиардов людей со всеми оттенками кожи. Ни один человек не будет похож все будут индивидуальные, и у всех будет свое собственное предназначение. И все это Бог вложил в одного Адама, в одну кровь. И здесь говорится, что от этой крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Назначив предопределенные, это Бог предопределил, не мы, определенное время и определенные границы, место, дабы Люди, которые произойдут от Адама и сам Адам, могли искать Бога, не ощутят ли его, не найдут, хотя он и недалеко от каждого из нас. Адам должен был искать Бога только в едемском саду. Несмотря на то, что вся земля была в его распоряжении, однако даже не в самом Едеме. Едем тоже был достаточно обширная территория, но Бог насадил в Едеме сад. И в этом саду Бог назначал встречу и сказал, только здесь ты будешь встречаться со мной, для того, чтобы пополнять елей и жизнь в свой светильник. И поэтому в прохладе дня Адам, обходя всю землю, бывая повсюду и везде, потому что на тот момент Адам обладал способностью перемещаться в любые пределы земли со скоростью мысли это духовная скорость она превосходит скорость света со скоростью мысли вот только он подумал и он уже э, на северном полюсе ну, который тогда не назывался так то есть а если и назывался то там не был вечный холод или вечная мерзлота климат везде был на земле одинаковый но дам был богом для земли и бог дал ему возможность он жил одновременно в двух мирах как и мы с вами а во временном, видимом и в невидимом. Ведь мы тоже состоим из видимого и невидимого мира. Когда мне говорят «мы», надо попробовать, надо почувствовать. Я даже, будучи ребенком, помню, в третьем классе, когда мне говорила учительница, подняла меня при всех и говорит, «Покажи мне Бога! Вот посмотри, если есть вот я, я вот, если есть вот журнал, который держит, вот журнал, а где Бог?» А я говорю, Покажите мне вашу глупость или вашу любовь или ваш гнев. Какого она веса, какого, каких она форм, какого она цвета. Вы же не можете это показать, взвесить. Но вы не можете отрицать, что этого не существует. Только благодаря этому вы содержитесь. И она так посмотрела на всех. Дети засмеялись. Это было логически. И она села, потом она пошла к директору и говорит, он меня опозорил при всех. У нас была женщина-директриса, и когда она узнала, как, она ей сказала, больше не будешь его трогать потому что в нем очень высокий дух, хотя он и ребенок, бойся его, если он так тебе ответил. И, знаете, когда вы находитесь в Боге и любите Бога, то Бог дает моментально такие вещи, которые моментально любого атеиста загоняют в пятый угол, потому что это безумие. Они моментально видят, что они ненормальные, что с ними что-то не в порядке. Я говорил часто великим миром сего, у вас с психикой не в порядке и с головой не в порядке. Я говорю, вы понимаете, вы головой пытаетесь познать Бога своим умом. Разве можно умом прийти к познанию Бога? Вы не знаете ни начала вселенной, вы не знаете ничего. Вы же прекрасно понимаете, что все вещи, которые мы видим, мы не видим их совершенно в правильном свете, мы не можем дать им оценку. Мы пришли в готовый мир, и вы хотите а, 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 видеть что вы не можете картину художника оценить человека обыкновенного дать полную оценку как вы можете дать оценку божьим картинам постоянно меняющимся восходу и закату и так далее поэтому а, практически человек может искать бога только тогда когда бог позволяет ему он дает время когда человек может искать и дает Место, где он может его найти. И мы знаем с вами, что этим местом, где человек может найти Бога, является церковь Иисуса Христа. Нигде человек не найдет Бога. Исследуя, нигде вы его не найдете. Да, иногда мы поем, Бог находится везде. Он наполняет все, но найти его там можно не везде. Да, Адам мог видеть Божью руку по всей земле, но чтобы встретиться с Богом, ему нужно было идти в Едемский сад, в Едем. И он приходил туда, и я думаю, что это было служение, он приходил туда не спонтанно, когда он хотел, а была встреча, которую назначал Бог. И он должен был приходить на эту встречу, иначе быть не могло. Мы не можем Богу назначать встречу. Это Он назначает нам встречу. Это Он в Духе. Да, сегодня мы священники и цари, и мы сегодня общаемся с Богом постоянно, 24 часа в сутки. Бог внезапно может проговорить в нашем духе, если наш сосуд чист, и мы правильно ходим. Поэтому, когда мы оставляем свое место, назначенное для нас Богом, мы становимся нечистыми в очах Божиих. В силу чего мы не только теряем утешение во Христе Иисусе, которому ведет нас помазание, но, ко всему прочему, мы обрекаем себя на разорение и на жестокое разорение. Михея 2:10 Интересное пророчество. «Встаньте и уходите, ибо страна сия есть место покоя. За нечистоту она будет разорена и при том жестоким разорением». А, то есть и евреи в свое время искали утешение, защиты то в Египте, то в Вавилоне, то в Ассирии. Бог говорит, если вы будете искать место покоя не в правильном месте, это не есть место покоя. Уходите, а иначе вы будете разорены. Эта страна, когда будет разоряться, я вас уничтожу за нечистоту. Я то есть, применю к вам эту же нечистоту. Вы будете повинны в этом, потому что вы находитесь там, где будет место истребляться. Но Бог не мог истребить Содома и Гаморы до тех пор, пока там был лот. Ему надо было вывести Лот оттуда, чтобы истребить. Либо, если бы Лот отказался идти, тогда он истребил бы и Лота. Поэтому это пророчество одно из многих подтверждений того, что если человек облегся в помазание, выраженное в достоинстве места, назначенного для него Богом, а затем пренебрег своим достоинством и оставил свое место, то он должен знать, что истинное помазание Божье также может оставить его, и он лишится его силы. Езекеля 28, 14, 15. Ты был помазанным херувимом. Некоторые думают, что помазание будет а, а, с ними. Они могут оставлять свое достоинство, свое место, свое призвание, свое служение, и полагают, что помазание будет с ними оставаться. Нет, здесь говорится, когда херувим осеняющий оставил свое место, и третья часть ангелов, которые были увлечены им, то Писание говорит, они потеряли помазание. Написано, ты был, ты уже не есть. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией. Это все же прошедшая форма глагола. Ты был, ты ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения, доколе не нашлось в тебе беззакония. Беззаконие – оставление своего места, когда человек начинает думать о себе более, не, нежели должен думать, когда свой ум ставит наравне с умом Божьим, пытаясь своим умом анализировать и говорить, а я так не понимаю, а у меня есть свое мнение. И вот когда это свое мнение независимо, а Бог говорит, что через нас вы можете иметь это помазание – это сокрушительная истина, которая плоть ненавидит, для нее это мерзость. Вот как для египтянина овечка была мерзость и пастуховец. Вот так и для этих людей, у которых, которые полагаются на свою голову, для них сама мысль, эта, уже является неприемлемой. Поэтому человек, неразумеющий потенциала своей власти, заложенное Богом в свое предназначение, выраженное в определенном. Времени в определенном месте не может находиться во Христе, он находится во власти саморазрушения и саморазорения. Мы не раз обращали внимание, что слово «помазанник» или «помазанный» на греческом языке произносится как «Христос». На иврите э, как Машиах, на русском языке как «Мессия», на английском как «Массая». Однако, независимо от произношения, это означает, помазаны это посланный Богом, уполномоченный Богом, делегированный Богом, воздвигнуты Богом, представляющий Бога, приходящий от Бога, приходящий во имя Бога. Вот что означает помазанный. По предупреждению Христа, Помазание, дарованное Богом для всех святых, без исключения пола, принадлежности, сословия. В последнее время лукавыми делателями, которые восстанут из среды святых, будет приписываться не всей церкви, а только либо одному человеку, либо избранной его части, чтобы использовать эту власть в корыстных целях и личных интересах показывая, что только они помазаны, а вы не помазаны. Вот как об этом говорит сам Христос в Евангелии от Марка, это есть и у Луки, и у Матфея, 13 глава, 21-23 стих. «Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут у Христы и лже пророки, имеется в виду лжепомазанники, то есть обладающие ложным ведением». И дадут знамения и чудеса, настоящие знамения, настоящие чудеса, но не с целью, чтобы вас привлечь к Богу, а чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все. Люди, не посылаемые церковью на условиях, предписанных в Писании, и производящие разделение вопреки учению Иисуса Христа, или же самовольно выходящие из церкви для проведения любой религиозной деятельности, во-первых, теряют свое помазание пред Богом, каким бы рангом они ни обладали и кем бы они себя ни называли. И во-вторых, люди, производящие такое самовольное служение, определяются Писанием лжепомазанниками или же лжехристами. Сын Божий, как эталон истинного помазанника, восстал из Вифлеема Иудейского, который являлся прообразом или делегированным водительством Бога. Именно Вифлеем Иудейский в свое время явился делегированным водительством Бога в виде лестницы, представленной, по которой восходили и не сходили ангелы Божии для передачи помазания, выраженного в откровениях Бога, которыми Бог управлял этим миром. Давайте прочтем это очень интересное место про образ, как Бог работает в церкви. «И пришел Иаков на одно место, это Бытие 28, с 11 по 22 стих. «И пришел Иаков на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте» и увидел во сне. Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней, наверху этой лестницы, и говорит, «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте всем, а я и не знал, и убоялся и сказал, как страшно сие место» это ничто иное, как Дом Божий. Это врата небесные. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником. И возлил на него наверх, возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифель. А прежнее имя того города было Лус. И положил Иаков обед, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». То есть в этом доме я начну чтить тебя, я начну поклоняться тебе. Заметьте, нету закона Моисеева, о котором люди говорят, десятины закон Моисеев, но чтобы почтить Бога, он говорит, как я буду тебе служить? То есть мое служение будет заключаться в том, что из всего, что ты будешь давать мне, я десятую часть буду приносить в твой дом. Этот камень станет твоим домом. Из этого прообразного события одно и то же место, на котором Бог помазывает своих детей, приводится в семи значениях. Это Вифлеем, дом хлеба называется. Это Вифиль, дом Божий, дом обета и дом завета. Это врата небесные, это помазанный камень. Это луз, миндальное дерево. Луз – это миндальное дерево. Это означает, я бодрствую над словом моим, луз – Миндальное дерево. Что ты видишь, Еремия? Вижу жезл миндального дерева. Ты верно видишь, я бодрствую над словом твоим, своим. То есть шакет называется. Когда мы были в Израиле, я обратил внимание, это слово очень часто повторяется бодрством. Мы говорим по-английски как careful, а евреи говорят шакет, шакет. То есть будь осторожен, бодрствуй. Ребенок заходит лифта на шакет, шакет, и я вспомнил это слово, что оно связано именно вот с этим пророчеством. Миндальное дерево, луз, где Бог а, раньше назывался так. И также этот город назывался Ефрафа, что означает плодородная земля. Посмотрите, семь названий одного места и какие чудесные его значения. Именно на этом месте, в этих семи образных значениях, обозначающих это место, мы впервые встречаемся с помазанием возлияния Елея на камень который на этом месте символически представляет Христа, положенного в основании нашего спасения, в основании церкви. Поэтому он служит, это помазание является посредническим фактором в отношениях между Богом и человеком. Яков возлил елей. Во-вторых, он осуществляет для нас дом Божий, который одновременно является домом хлеба, вратами неба, ведущими в небо. В-третьих, дает и осуществляет для нас посредством этого помазания гарантии исполнения своего слова. Я все, что сказал тебе, исполню. Бог будет исполнять только на этом месте. Если ты возвратишься сюда, вот земля, которую ты лежишь, вот я дам тебе. Ты пошел туда, но там ты ничего не получишь. Вот когда ты возвратишься только здесь, ты можешь получить на том месте, которое я тебе открыл. В-четвертых, посредством этого помазания, при нашей органической причастности к данному месту, к данному камню, Бог делает землю нашу плодородной, луз. Бодрствует Бог над словом своим и Ефрафа, плодородная. Помазание, как любая власть, обладает силой, которой, через которую она осуществляет свои замыслы и свои постановления. Вот когда милиционер стоит значит, со своим жезлом, и управляет. Вы верите, что каждая машина сильнее его. Она могла бы его просто подмять, и от него бы ничего не осталось. Но он поднимает жезл, и громадная машина, громадный трак останавливается, и шофер уже там дрожит в машине от этой власти. То есть практически эта власть наводит. А силы у него на это нет, но есть власть. Поэтому я просто хотел показать, что такое власть. Есть подчиняющиеся власти, законопослушные граждане, а незаконопослушные, он поднимает жезл, а он гонит и переезжает его. Такие случаи достаточно. Поэтому существует положение, когда власть, помазание получает доступ к помазующей силе. Не всегда человек, обладающий помазанием власти, обладает одновременно и помазующей силой чтобы выполнить свое предназначение. Для того, чтобы человек мог обладать помазующей силой и выполнять свое предназначение, то такое положение называется совершенством. А положение, когда человек обладает властью, но не обладает силой, называется детством, младенчеством. Вот смотрите, Галатам 4.1.2. «Наследник доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего». То есть он помазанник, у него есть власть, он господин всего. Но он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Вот вам и, и, и пример. Когда дети Божьи каются, рождаются свыше, они становятся детьми Божьими. У них есть власть, помазание. Бог дал им власть быть детьми Божьими. Им принадлежит будущее все. Но они не обладают силой. Сила им недоверена пока. Потому что ну, нельзя доверить ребенку нож. Нельзя доверить ему огнестрельное оружие или холодное оружие. Он а, в первую очередь может себя им убить. Апостол Павел говорит: нельзя, чтобы был недавно обращенный человек а, к руководству избран. Он возгордится и попадет осуждению с дьяволом. Он убьет себя этим оружием. Он начнет приписывать себе эти возможности. Вот и все. Поэтому Бог, любя своих детей до времени назначенного отцом. Потом он дает ему армию. А теперь сын, вот когда Давид помазал и посадил Соломона на царство и сказал, несмотря на то, что ты сидишь на престоле, и я тебя посадил на этот престол, управлять ты будешь только тогда, когда я умру. И Соломон был царем при отце своем Давиде, но не управлял, но уже был помазанным царем и сел на престоле отца своего Давида, но не управлял царством до смерти Давида. И только когда Давид умер, он приступил к выполнению своих обязанностей. Смерть Давида послужила началом его власти. Теперь армия стала подчиняться ему. Давида больше нет. Точно так делал Моисей. Он передал всю власть Иисусу Навину в глазах всего Израиля, возложил на него руки, возлил елей и передал ему полномочия. Но до тех пор, пока Моисей не умер, Иисус Навин не приступал к своему действию, Бог не действовал через него, потому что был Моисей. Когда же Моисей умер, тогда Господь сказал Иисусу Навину, а теперь начинай, действуй. Поэтому вот такой срок завещания действительно только после смерти завещателя. Принимая во внимание, что Елей является прообразом Святого Духа и Слова Божьего, исходящего из уст Божиих, следует, что Святой Дух – это власть, в которой помазуются дети Божии. И это происходит в тот момент, когда посредством Святого Духа они рождаются от Бога и принимают свое спасение во Христе. Они не принимают Святой Дух, они принимают спасение, но они принимают спасение через Святой Дух. И в них зарождается жизнь Бога, помазание, вот эта власть. Иоанна 1, 12, 13. а тем, которые приняли Его верующим во имя, Его дал власть быть чадами Божьими, то есть дал помазание, власть это помазание, которые нет крови, нет хотения плоти, нет хотения мужа, но от Бога родились. Сила же, которой помазуются святые, является проявлением Святого Духа или проявлением власти помазания. Это происходит, когда спасенный человек принимает Святой Дух. Деяние 1.8. Вы примите силу, когда сойдет на вас Святой Дух, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли. То есть вы начнете выполнять свое предназначение, вы будете светом, свидетелями. Определять же, где в духовном измерении заканчивается грань детства и начинается вхождение в совершенные лета когда посредством помазующей силы Святого Духа мы наконец-то можем обретать гарантии на вхождение в предназначенное нам наследие, выраженное во всех обетованиях Бога, мы можем лишь тогда, когда выполним определенные юридические условия, назначенные завещателем или наследодателем. А так как число 5 является символическим числом власти, пятигранное служение, то я приведу пять условий, связанных с с временем и местом, выполнение которых будет являться ценой для получения помазания, которое будет служить для нас гарантией и утверждением на обладание всех обетований Божиих. Первое – это заключение завета с Богом, без которого, несмотря на то, что мы родились от Бога и обладаем властью быть детьми Божьими, мы не получим утверждения ни на одно обетование. До завета с Богом, до крещения водою мы уже дети Божьи – мы уже должны иметь оправдание. Бог заключает завет с праведниками, а не с грешниками. Поэтому при крещении водою о грехах речь уже не идет. Это не плотской нечистоты омытия, а это завет с Богом, это заключение договора с Богом, обещание доброй совести, служить Богу. То есть... Первое, что нужно для того, чтобы получить доступ к своему наследию, это договор, Заключение договора между Тобою и Богом на Его условиях. Христос сказал, Так надлежит нам исполнить всякую правду. и Иоанн удерживал Его и говорил: Мне нам надо над Тебя креститься, и ты ли приходишь ко мне. Он говорит: Оставь теперь, так надлежит исполнить нам всякую правду. Как человек Иисус Христос должен был заключить завет с Богом, со Своим Отцом во плоти. Очень интересно, почему Он до этого не заключал? А потому что не пришло время, назначенное отцом, для заключения этого завета. Вот когда он вошел в 30-й год, когда ему было, как думали, лет 30, то есть ему еще 30 не исполнилось, исполнилось 29 и пошел 30-й. У евреев, как только исполняется какой-то год, и один день идет на следующий год, и уже тогда вам говорят, что теперь вам 30 лет, если вам пошел 30-й год. То есть сразу вот этот год. И вы живете в течение всего года, это 30. Человек мог приступать к священнодействию. Во-вторых, это исполнение Святым Духом, в котором мы ставим себя в зависимость от Святого Духа. В-третьих, это следование за Святым Духом в пустыню для искушения от дьявола или для победы над дьяволом. В-четвертых, это потеря своей души в смерти Господа Иисуса и обретение ее вновь в воскресенье. И в-пятых, это место, на котором Бог будет производить все свои юридические контракты с человеком. Только исполнив эти условия, связанные с определением времени и местом, человек может обрести внутреннее утешение и внутренний покой в Боге, который будет результатом, исходящим от утверждения всех обетований Бога. В Писании существует эталон, по которому образно можно увидеть последовательность выполнения этих пяти условий, приводящих нас к утверждению во всех обетованиях Бога, это Сын Человеческий, Иисус Христос. Он главный эталон и образец. Луки 4.1.14. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана. То есть после крещения Иисус заключил завет с Богом и исполнился Духом Святым. Обратите внимание, вначале Он заключил завет с Господом, теперь Он исполнился Святым Духом. Теперь он поведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Третий вариант. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в те дни. И окончив все искушение, дьявол отошел для него, до, от него до времени. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею. И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Обратите внимание, когда Иисус получил помазующую силу, он родился как помазанник Божий. Бог в нем жил – но для того, чтобы прийти к Божьей силе, ему надо было эти пять шагов сделать. Вначале он пришел на Иордан и принял крещение, заключил завет. Потом он исполнился там Святым Духом. Потом он этим Святым Духом был поведен в пустыню для искушения от дьявола или для победы над дьяволом. После этого он должен был согласиться на потерю своей души. Он говорит, сию заповедь я получил от Отца моего. Имею власть отдать жизнь и власть назад принять его, ее. Имею помазание, имею власть отдавать и принимать. Точно это же мы получили. Кто не потеряет души своей, не может быть моим учеником, Христос говорит. Это цена. И потом Бог это все производит именно в церкви и через церковь. Такова цена, вкратце, Помазание, о котором сегодня очень много говорят, но очень мало разумеют, с чем его нужно употреблять. Мы сейчас будем молиться. Мы получили некоторые сведения, некоторые откровения. Я не знаю, как вы к нему отнесетесь и как вы с ним поступите. Моя задача была передать. Ваша задача переживать, сохранить и начать задействовать его. Каждый из вас обладает уникальным помазанием для служения Господу. Каждый. У каждого волна уникальна. Степень этого помазания будет зависеть от степени вашего посвящения, моего посвящения, от степени нашего отношения друг к другу, служения друг к другу, снисхождения друг к другу. И так мы будем молиться, представляя Святому Духу действовать через это помазание, потому что Он нам дает, но это дар, но Он является Господином дара. И поэтому Он хочет, чтобы мы искали Его. Аминь. Будем молиться, и все желающие бросить Своим помазанием вызов зависимости от греха, от болезни, от боли, от страдания. Вы можете сделать это прямо сейчас. Мы будем молиться за вас. Вы можете выходить, и Господь будет являть свою милость, как найдет Он в исцелении, в освобождении. Он заменит горе радостью, печаль и страдания своим покоем. Склоним наши колено. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне, Он за вас, Он не против вас. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Бог может изменить и дать просимое прямо сейчас или в процессе. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей сердечной раной, с моим позором, с моим поражением, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, защити меня, сними мой позор, я принимаю Твое Слово во Святом Духе в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на Тебя и на потомство Твое и исполнится на Тебе. И весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.